Здравствуйте, мои родные, здравствуйте, мои дорогие. Сегодняшний обзор будет очень необычный у меня на канале. Российская компания «Вездеход». Обувь для сада, для огорода. Ассортимент очень большой. Это обувь из ПВХ. Прислали мне вот такие вот сапожки. Умка. Посылка пришла ко мне с России. Шла она, конечно, долго. Правлыня, страна Россия. Шла очень долго, но в результате пришла. Будем сейчас смотреть, и я вам все покажу. Возможно, кого-то заинтересует данная продукция. Все ссылочки я брошу вниз. Данной компании, телефоны. Кто живет в России, вы спокойно можете заказывать. Хотя и на Украину доставка есть. Цену я не знаю. Мне прислали, мне все оплатили. Поэтому, мои роднулечки, я думаю, в любую страну это будет заказать не проблема. Было бы желание. А желание у вас появится после того, как я вам покажу эти классные-классные сапожки. Умка. Очень здоровский. Мне пришло на международное отделение. Доставили мне прямо на дом. Поэтому можно заказывать спокойно. Большущие вот такой вот коробки. Очень удобно. То есть или кому-то на подарок. Ну, классно, классно. Очень большая упаковка. Они сапожки. Сапожечки. О-ля-ля. Сапожечки Умка. Цветовая гамма очень большая. Темные, розовые. Я взяла голубые. Качество очень здоровское. Я их уже мерила. Как только мне они пришли, у меня муж с ребенком эту коробку быстро разорвали. Им так было интересно, что мне прислали. Значит, я сейчас покажу. Они утепленные, эти сапожки. То есть литая полностью подошва. Размер я взяла 41. Вот такие вот класснючие. Много есть на канале людей. Есть дача, которые очень любят цветы. Присмотритесь данной продукции. Если вы в поиске, вы не знаете, где прикупить, и вот после моего обзора у вас будут все ссылочки на этот магазин. Это не магазин, я так поняла, это большое производство. Ссылочку мне прислали, я по ней зашла, то есть ассортимент там очень большой, я вам скажу. По ней я выбирала сама. Разные названия я взяла Умку. Умка. А здесь вышивка такая интересная. То есть вид у них, как видите, очень приличный, да? И они очень-очень теплые. Смотрите, какие они трансформеры. О-ля-ля! Вот такие вот класснючие. Значит, смотрите, какое качество здесь. Липучечки. Все прошито красиво. Посмотрите, никаких ниток. Я сама шью, поэтому я знаю, немножечко разбираюсь, насколько качественно. Они очень-очень теплые, мои дорогие. Вот я их одевала. Я сначала одевала эти тепленькие валеночки, а потом уже взяла сапог. Посмотрите, задничек. Все перестрочено. Все настолько качественно. Насколько вот везде кантики. Ну, молодцы, молодцы. Хорошее качество. Я в магазинах видела намного хуже. Намного хуже. И цена, я вам скажу, очень-очень даже внушительная. Поэтому, мои дорогие, если вы в поиске, обратите внимание. И присмотритесь данной продукции. Сайт я вам сброшу. Внизу будут все ссылочки у вас. И вы посмотрите, подберете себе данную продукцию. Здесь все собрано крупным оверлоком. Как раз пошивальная машина. Это даже не оверлок. То есть очень крепкие нитки. Здесь с одной стороны мех, а с другой стороны специальная ткань, мне кажется, она как водоотталкивающая. На вид выглядит именно так. Такие вот классные.
Дизайн мне понравился. Я сама выбрала голубенькие, хотела розовые, а потом подумала, нет, пусть будут голубые. Вот такие вот. Мне кажется, кто в Питере живет, это вообще находка. Да, для людей там постоянные дожди. Но на размер больше брать не надо, потому что тут размер-размер. То есть не нужно брать на размер меньше или на размер меньше. Мне кажется, этого не стоит делать. Здесь стоят крупные люверсы для шнурочка. То есть можно затягивать. А на шнурочке вышита умка. Даже на шнурках. Очень достойная. Очень. То есть у кого ножичка худенькая, здесь можно хорошенечко затянуть. Затянули, и они вот так вот будут смотреться на ножке. У кого дачи должны быть такие сапоги, обязательно. Или кто живет, или у кого дом в районном центре. Очень-очень прилично, красиво и очень достойно. И качество очень хорошее. Как я сказала, я уже сколько присматривалась в магазинах, смотрела себе сапожечки, смотрела цены. Конечно, цена здесь очень радует. Компания «Везде ход». Как я уже сказала, мне принес курьер домой. Я расписалась. Международное отправление. Пришло это с Москвы. Российская Федерация. Реально и в Белоруссию заказать, и, мне кажется, в другие регионы. Я думаю, это абсолютно не будет проблемой, и даже вам доставка на дом. Модель моя называется Умка SV70. Средняя высота с манжетом 35 сантиметров. Температура комфорта, мои дорогие, до 40 минус градусов, минус 40. Стяжной манжет из водоотталкивающей ткани. Из водоотталкивающей ткани, которая будет вам препятствие попадания снега или грязи, болот, воды вовнутрь. Фольга, как я уже сказала, ткань, да, профольгированная, она создает эффект термоса. И будет вам позволять поддерживать комфортную температуру вашим ножкам. Я считаю, наши ножки должны в первую очередь быть в тепле и уюте. Это самое главное. Натуральный шерстяной мех укреплен на трикотажном полотне. Что делает внутреннюю часть более стойкой и стернее? Модель Умка изготовлен из эва. Это, конечно, сокращенно. Легкий и упругий материал. Очень хорошие амортизирующие свойства. Даже при очень низких температурах, как я уже сказала, минус 40. Вы будете как в термосе. Устойчивый к растворителям и маслам. Такие сапожечки вам прослужат очень долго, и вам будет очень удобно и комфортно, потому что ножки очень удобно в таких сапогах. При длительной ходьбе ваши ножки не устанут, вам будет тепленько, комфортно и очень уютно и тепло. Присмотритесь данной модельки. Очень-очень хорошенькие сапожечки, очень оригинальные. Умка SV70. Рекомендации по поводу ухода. Использовать машинную стирку для утеплителя. Если вы захотите снять, постирать, делайте это ручной стиркой. Не держать сапог вблизи открытого огня. Не сушить сапоги на печках, буржуйках, батареях, калориферах. Это вам такие рекомендации, чтобы вы немножечко знали, как ухаживать за данной моделью. Потому что уход за такой обувью тоже нужен. Под видео я брошу все ссылочки, как можно связаться, как можно сделать заказ на сайте. Вы можете непосредственно переходить на сайт и заказывать себе сапоги Умка. Буду очень рада, если я вам очень помогла в вашем выборе. Вы затруднялись сделать свой выбор и, наконец-то,
вы решились. Мне будет очень приятно, если я помогла вам определиться с данной моделью. И всем-всем пожелать, кто будет смотреть данный обзор, очень-очень плодотворного года, очень-очень позитивного года, года мыши. Пусть нам этот год принесет много хороших эмоций, а главное позитив. Берегите себя, мои дорогие, мои родные. Вас всех целую, крепко обнимаю, ваша Тиффани. Все ссылочки кидаю под видео. Ставим пальчик вверх, подписываемся на мой канал. Целовать и целовать ваши прекрасные щечки. До свидания всем.